Вы снова на моем ASMR канале. Меня зовут Лиса. И это будет ASMR хитинг, как всегда. Я давно хотела попробовать приготовить перепелок. Нашла такой необычный, как мне кажется, рецепт. Короче, давайте пробовать скорее.
такой, знаете, типичный женский выходной. Когда тебе надо и приготовить, и убрать. Ко мне приезжает мама. Послезавтра. Поэтому надо было все привести в порядочек. Не знаю, кто может это есть изящно. Я не могу, простите меня. Очень вкусный получился вот этот соус апельсиновый. Напишите мне в комментах, какие у вас планы на майские праздники. Мне очень интересно.
Мясо перепелки считается диетическим. Коктейль.
московский климат.
Очень.